чужой образец. Планета LV-492, оранжерея 211. Это образцы почвы. Мэгги с ума сходит. Она встревожена и не слушает моей команды. Я никогда ее такой не видел. Дэв. Я здесь. Что такого подозрительного с этими образцами? С виду ничего. Мэгги, лежать. Джуз, не нужно давать им имена. Упаковывай эту почву, как зараженную. Я сейчас отправлю запрос. По запросу. Джулия, это не имеет значения. Они прибудут утром. Я не хочу начинать все заново. Снова. Я посмотрю, что можно сделать. Постараюсь, чтобы они прибыли раньше. Собака сделала свою работу. Теперь твоя очередь. Если ты не хочешь, чтобы я тебя заменил. Нет, я все сделаю. Мэгги, лови. Я знаю, я все сказала. Нет, 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 стой! Оранжерея заперта, ты должен перезагрузить систему. Дэв? Дэв? Мэгги? Мэгги? Мэгги.
перезагружая. Дэв, погоди. Дэв, здесь что-то есть. Ты должен нас вытащить. Проклятие. Да черт побери. Мэгги? Мэгги! Мэгги, тихо! Мэгги! Джули! Что произошло? Мэгги сделала свою работу. Ты в порядке? Господи! Что это за тварь? Ты здорово справилась. Чужой. Образец. Жалко песика, хороший робот был.